вот это чудовище, о котором я сегодня и расскажу. А расскажу я именно, как мы ее лечим. Это кошечка, ее зовут Ева. Все мы знаем, что необходимо следить за состоянием шерсти, ушей, там, зубов, десен животного. Если возникают какие-то проблемы, необходимо сразу же их решать. Некоторые решают в клиниках, там, конечно, все подороже. Можно в интернете все вычитывать и самим решать незначительные проблемы. Одна из этих проблем – это налет в ушах. Притом он бывает разный. Бывает, ухо у животного хлопает, как будто там вода. Когда смотришь, там появляется такой черный налет. Естественно, со временем мы видим, что животное постоянно пытается сама почесать или что-то сделать с ухом. Вот это первые звоночки проблемы, которая уже возникла. Необходимо не затягивать и уже что-то делать. И я сегодня расскажу об удивительном средстве, которая получила отличные отзывы. Я сначала прочитал отзывы о различных подобных средствах и потом купил именно это средство. Многие люди отмечали, что данное средство для решения вот этих проблем ушных намного лучше любых других, даже в 3, в 4, в 5 раз дороже средств. Это средство называется Auricap. Но неважно, где бы вы в СНГ не находились, где бы вы ни жили, возможно, вы конкретно такого средства не достанете. Но самое главное, это компонент, который присутствует в данном средстве. Ищите такое средство именно по этому компоненту. А у вас в вашей стране оно может называться по-другому. Главный компонент, который входит в это средство, называется пропиленгликоль. Именно по этому компоненту и ищите подобное средство для решения этих проблем в вашей стране. Конкретно же в этом средстве, кроме пропиленгликоля, присутствует небольшое количество настойки календулы, а также масла базилика. Все эти три компонента и способствуют тому, что ухо первое очищается. Второе, микробы и вот эти все бактерии, которые там размножаются сейчас уже в больших количествах у животного, они начинают угнетаться, и со временем ушко приходит в норму. С нашим аурикапом шел вот такой замечательный шприц. Если вы купили какое-то подобное средство для чистки ушей, а также освобождения ушей от этих черных налетов, микробов и так далее. Если у вас такого шприца нет, берите обычный шприц, любой, без иглы. И его уже используйте. Главное средство, раствор, называется раствор очищающий антисептический. Он прекрасно освобождает, размягчает вот эти все налеты, любые, которые там в ухе возникают. Потом, через некоторое время, скажем так, через полчаса, через 40 минут, можно взять что-то вот в виде косметической спички и уже дополнительно все идеально очистить. Сам же раствор отлично как размягчает все, так и выталкивает грязь вот эту всю наружу. Грязь вместе с живыми и погибшими микробами. Также данный раствор в 3 раза уменьшает различные патогенные микробы, которые вот там и находятся и интенсивно размножаются. А календула и масло базилика снимают воспаление, снимают чесотку, снимают раздражение. Если вдруг вы по какой-то причине полностью все не очистили, не беда. Животное со временем само освобождает ушко от вот этой всей нечисти. Данное средство показало отличную эффективность. И стоит оно недорого. У нас оно примерно стоит $4-5. Вот такая большая бутылочка раствора. Как правильно с ней работать? Берем шприц и набираем данный раствор. Количество раствора зависит от массы животного. Небольшие коты до 5 кг
необходимо набирать 1-3 куба. Если коты большие или собаки небольшого размера, примерно 3-5 мл. Если это большие собаки, практически до 10 кубов можно набирать данную жидкость. А также это все зависит от степени загрязнения. Если это ваша домашняя собака или кот, естественно, там загрязнение будет не сильное. Если вы, например, нашли бездомное животное и хотите с ним поработать, почистить его, естественно, нужно данного раствора поболее. При интенсивном лечении и избавлении от этих всех факторов можно данный раствор применять практически раз в 2-3 дня, пока не достигнете желаемого результата. Если это какая-то профилактика или небольшое какое-то загрязнение или воспаление, можно для профилактики один раз в неделю на постоянной основе пару месяцев применять данный раствор до полных результатов. В описании я помещу ссылочку на полное классное описание данного средства. Самое главное, найдите в вашем регионе средство, которое есть у вас, с главным компонентом пропиленгликоль. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, делитесь с друзьями данным видео, пишите комментарии и будьте здоровы!